Удельники танцевального форума прошли отбор у своих краинах России, Казахстане и Узбекистане. Некоторые коллективы представляют национальную культуру у сучасным прочитанием хореографов. Так, у Казахстане заборонено полевать на лебедев, и этой экологичной проблеме присвящены танец ансамбля «Жас Аркен», а у костюмах можно зауважить народные узоры. Они очень яркие, у них есть наши национальные узоры казахские, и головной убор, он состоит из перьев, жемчуга и разных страз. Нас приглашали 3 года подряд в этот конкурс. Мы выступали там в конкурсе «Басторгай». И организаторам очень понравился наш коллектив, и они нас позвали сюда. Технику, композицию, видовищность оценивала так само международное профессийное жюри. Все лето у его складе заслуженные деячи культуры Республики Беларусь, Казахстана, а так само Ягор Дружинин, який провел майстер-класс для конкурсантов и поудельничал у пресс-конференции. Як оценить свыше 20 коллективов за один день, ведает основальник конкурсу Александр Лавринович. Здесь нужно ставить оценку для того, чтобы каждый конкурсант понимал, что вот такой уровень есть, вот к этому уровню нужно стремиться, вот здесь вот нужно чего-то дорабатывать, и мы воспитываем конкурсантов таким образом. Если вдруг вы сегодня не стали первыми, это не значит, что что-то в вас не так. Субъективное мнение тех членов жюри, которые сегодня находились в жюри, сложилось таким образом. И вам нужно выступить так, чтобы впредь все субъективные мнения сложились в вашу сторону. Чтобы вы были на 10 голов выше остальных, тогда не будет никаких вопросов. Як и летась, дымки международного танцевального проекта Dream Dance Fest провела творчая команда Белтелерадой компании, как показать усю феерию танца у эфира «Беларусь-3».